Hey, you guys, Мишемики, и сегодня мы поиграем в игруху, которая называется Hello, my name is Intercollapse. Либо просто игра называется Intercollapse. Да. Так, таймер включил, все. Тут есть мини-игры, но они закрыты еще все. Погнали, короче, играть. Новая игра. Мышка тут не работает, поэтому... Да. Сразу у нас отсылка была на Пакмана, как я понял. Тут много будет отсылок, говорю сразу. Давайте я вам расскажу историю по самого-самого великого разработчика игр всех времен. Нет, речь пойдет не официальным что-то там. Имя того геймера Джейк, известный также в сетях как Darkness Thor. Так, и мы знаем его что-то там. Но когда проснется, он... То есть... Вон, справа еще отсылка у нас. Это у нас драгонбольный шарик. Покемон. Видеоигры. Чёртовы что-то-то там. Экзамен. Задротый коврик для мыши не забалуешь. Хорошо. Да, вон, видите, Пакман ходит, жрет шарики. Чего, блядь, теперь делать? Эй! Просыпайся, ботане. Где я? Открою свое сердце. Который час уже? Неужели это очередной квест? Постойте, только не говорите мне, что это квест какой-то. Я думала, что это какой-то survival horror. Хоррор. С фиговой русификацией. Слушай, малой, если ты будешь валяться на помытом мной полу, то я еще одной ученика завтра не станет. Что такое? Я проспал. Я до поздня говорил, готовился к экзамену. Стоп, черт, экзамен. Ты слышал, задротина, что я тебе говорю? Алло? Валяй сюда нахрен. Ну ладно. Уйду, так уйду. Нужно успеть на экзамен, пока еще не поздно. Пора топать сюда. Типа shift или что? Чего, блядь, теперь делать? Отыщи и зайди в кабинет информатики. А, то есть, смотрите, здесь другие кнопки, типа вверх. Да ладно. Вот оно что. Плакатики. В один прекрасный день именно тут будет рекламировать моя самая продаваемая игра. Вот мечта. А что у нас там есть? Ковен Варвинг. Видите, вот игра там, где типа челик держит мясо. Я, кажется, в нее играл, это про пещерных людей. Да, я в нее играл. Здесь больше ничего. Ну вот, свечо... Этот. Свечов, да, или как игра? Ну не игра, это приставочки мне. Брысь, кыш отсюда. Да спокойся же. Ну и ворчунья старая. Фоткам. Сначала стоит пойти в кабинет информатики. Но это у нас отсылка на... Еще плакаты. И они действительно думают, что с таким отстойным игровым дизайном можно подзаработать? Plan of the Games. Land of the Zombie. А типа, значок чего? Торрента, походу.
У меня нет на это время. Тот самый древний телефон, что? Я не знал, что мы все еще в 18 веке живем. Или я что-то упустил? Выглядит как головоломка. Скукотень. Да сколько тут плакатов? Туалет. Нет времени на сачки. Ведь я так экзамен опаздываю. Нет информатики. Ну погнали. Так, это путь к кабинету директора. Мне серьезно не хочется его навещать. Сейчас. Погоди-ка. Мне же нужно взять с собой свою клавиатуру. Это вот это, да, все-таки? Клавиатура? Есть. Класс. Теперь можно топать в кабинет информатики. Рандук Джека. А вот и фотография моего любимого Федео Кодина. Ну, это Кодзима, понятное дело. Я могу так в его причудливые глаза смотреть целое время. Что не так такое скрывает в тебе, симпатяга? И Спакмана призрак. Ну, такой интерактивный квестик. С добрым утром, профессор Ебоглазович. Да, бодро выглядит сегодня. Ты опоздал, Джексон, тебе на сдачу экзамена осталось 20 минут. И как же ты в этот раз отмашешься от такой грубости? Буду хитрожопцем. Отмажусь. Ври. Увернись. Время, задумка относительная. Не правда ли, профессор, что поздно, рано, потом, сейчас? Очень субъективное местоимение. Не смей на меня голос повышать, пожалуйста. Но... И в отличие от тебя, твои одноклассники усердно готовятся к экзамену. Садись, что теперь тогда останется тебе делать. Это плакаты игр при... предыдущих выпускников. Уверен, что сами игры полный кал. Задрот. Пс, эй, сложный ли экзамен? Заткнись и не отвлекай. Задрот, но хуже другого. Как ты думаешь, является ли Ебоглазович еще одной жертвой детской травмы? Не жалко ли его теперь? Джексон, пожалуйста, садись на свое место и начинай выполнять свое экзаменационное задание. Окно. Солнце я не люблю. Моя бледная кожа с ним не особо ладит. Оу, здесь соглы. Задержной кабинет. Могу похвастаться с гордостью, что меня там никогда не было. Блин, херня в том, что здесь Enter не всегда работает. А ну-ка, если... Не, не работает, ладно. Код Hero. Так, подожди. У меня мышки не работают, во-первых. U-World, видеогейм... Инструкция, да? Ай, короче, я должен нажимать, когда она подлетает. А, это типа Guitar Hero, я понял. Подожди, Q. А чё так глупо сделали управление? Ну типа ты привыкаешь, но... Слишком в разнобой.
Ту-ту-ту. Факе. Охренено. Так, подобная информация, у тебя результат нормальный. Хоть ты и не знаешь базовые азы программирования, но таким лопухам, как ты, в индустрии места нет. Типа я должен сдать на вообще... Ч-ч-ч. И корочку идеальную. Походу на то. Все, время вышло. Руки прочь от клавиатуры и идите на перемену. Результат узнайте на следующем уроке. Я всемогущий программист, хихе. Нет, гениальности уже есть хочется. Пора идти в столовую. Я правда не думаю, что это сработает. Ну ладно, полетели. Было бы хорошо, если бы мне показывали, куда хотя бы идти. Это будет в кабинете, ясно. Туалет теперь открыт у нас. Эш Кетчуп. Давай раздавим, ты его уже своим дерьмо громом. О, да, вот так. А во что ты играешь? Заткнись, если не хочешь, чтобы я эту портативку засунул тебе в зад. Так глубоко, что будет срать весь день, месяц дермамомнами. Дермамомнами. В туалете мне не надо, но во рту что-то сухо стало. Помоги, пожалуйста. Нужно пробраться вовнутрь. Там остались еще выжившие. Они используют мои кишки как туалетную бумагу. А, неважно. Ну типа. Не. Плохо то, что я не могу рассмотреть нормально плакаты. Не дается. Было бы прикольней. Кабинет программирования. Я тут, кажется, был, да? Да, тут я был. Надо, знаете, как в это, в Street Fighter, вот так, чтобы палец показал. Туда, туда. А вот и столовая. Можно думать, сегодня постарался пообщаться с другими. Понятно, что эти дураки могут испугать моего присутствия. В глубокой своей душе они знают, что в конце концов они будут работать на меня. Пирамида питания. Джек, здравствуй, а где твой перекус? Меган, а мне тут ничего не из съедобностей, так есть нельзя. Видишь, я вегетарианка. Диабетик, страдаю целиакии, переношу лактозу и фруктозу, а также я и порнозвезда. Я живу, поглощая чакры и воздух. Ну, конечно, чистый воздух. У меня есть очиститель воздуха, но батарея разрядилась, так что сегодня я буду поститься. Ясно. Но когда я достигну вегетарианской трансцентристности, имперский орден святого брокколи даст мне заслуженное меню. Вегетарианские способности. Тогда я спасу это чокнутый мир от невежества и эксплуатации животных. А чё такой чатик в глаза прям отбивает? Ну, удачи, не забудь поделиться успехами. Ух ты, потрясающий косплей. Терри, а? Да дед как персонаж из той игры, как его звали? Джек Гобард, Джерри Борт, Терри Борт. Терри Горд из анальной ярости. Терри Гобард, скорее всего. Ты Терри Борд, главный герой анальной ярости. Не видишь, что я
Дорамон, козел. А, правда? Я космический енот, вернувшийся из будущего, чтобы помогать. Теперь иди нахрен. Как скажешь, приятного было поболтать. О, здорово, дружище! Так, я как понимаю, это задира. А это у нас с вами Майнкрафтер. Привет, лохи. О чем мямлите? О, о мечтах из Миндоскофта. Из Майнкрафта имеется в виду? Который привлечет телок, алмазы или адамантовый меч. На самом деле привлекают не они из них. Лучше молчи, паразит. А не то пожалеешь. Ведь они оба такие же говнистые, как и сама игра. Богохульство. Не думай ему удать. Так. Не дайте ему удрать. Теперь у нас другой мини-квест. Enter the Gungeon. Да ладно. О, прикиньте, мышка работает. О, прикольно. Вот это... Вот это прикольно сделано. Но я играл в Enter the Gungeon, поэтому я знаю, в принципе, как здесь все это делается. Но здесь, короче, можно просто спамить одну и вторую кнопку. Поэтому... Вот то, что тут карты нет, это плохо. Так, по нему... Я не понял, сколько по нему нужно попаданий. Кажется, два попадания. Вот плохо то, что тут мышка полностью далеко не смотрит. Так, ну перекатами здесь намного быстрее двигаться. Понять бы, куда идти. А, то супер спа... Эти были патроны, оказывается. Манай тут школа здоровая. Но ему надо два попадания, чтобы его грохнуть. Я выход нашел. Я хотел еще полазить, посмотреть. Печально. Фух, пронесло. Так, да, все записывает. А я вот удивляюсь, чего у меня нет дружбанов. Обратитесь к еблоглазому что-то там. А ну-ка.
Обратитесь к Еблоглазовичу по поводу итогов. Ну и где же мой зачет? Зачет? Ха-ха. Да не смеши мои этапки, малой. У директора он. Ты завалил экзамен, но что-то не удивляется меня сильно. Знаю тебя слишком хорошо, Джексон. Чего? Ведь я же сдал экзамен на ура. Да, 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 ты так и поверил. Ведь у Пита, который, кстати, рядом с тобой сидел, одинаковые с тобой ответы. И ты единственный, кто программировался размытой, ксерокопированной шпаргалкой, лежавшей рядом с вами. Либо он, либо ты списал. И ты действительно думал, что я тебя не поймаю с поличным? Надеюсь, это вопрос риторичный? Уходи из моего класса, Джексон, и начни готовиться. Конец твоего учебного года начинается раньше. Я должен вернуться свой железный... то есть свой зачет. Я найду этого Пита и... Так, как я понял, я должен сейчас пойти к директору. Или нет? Найдите Петьку и поговорите с ним. Кто такой Петька вообще? Начнем с этого. Это, скорее всего, NPC, которого я еще не видел, да? Ну, у нас вариантов не так уж много. Поэтому кухня. Да, либо здесь. Мистер Джексон, мистер Джексон, мистер, блядь, Джексон, Джексон, спуститесь в мой кабинет немедленно. Что ж, мне уже точно пиздец. Эта жалкая крыса Пи должен быть уже на пути к директору. Я покойник, если он узнает, что я с ним натворил. Или хуже, меня выгонит из школы. Ух ты, я проценировал Гермиону Гернинж. Я такой очаровательный. Ну, это из Гарри Поттера, если вы поняли. Все-таки лучше опередить Пита, пока он сам не добрался до директора. Он от того же зависит моя репутация и честь. Сейчас типа гонки будут или что? Тут. Чисто по крови идем, такая музыка нагнетающая. The Billion of Jack. Инструкция. О, а это уже, ребят, у нас идет полноценная отсылка на игру The Binding of Isaac. Только здесь у нас нету ключей, бомб. И карты нету. И золотой комнаты, как я понимаю. Ага, упасть я не могу, это хорошо. Монетки здесь ничего такого не будет, да? Золотой комнаты тоже нету, как я понимаю. Ну слушайте, в принципе, игра довольно прикольная. Вот переделать бы здесь еще этот. Просто, знаете, чтобы двери были закрывались и все. Так ты просто не знаешь, блин, тут много...
Ресторанная комната. Хотя, что я туплю? Я ж могу идти по этому, по крови. Мне надо будет Рилли еще потом Пенник Део Айзек сыграть, потому что я давно не играл в него. Блин, они еще имеют, понимаешь? О, это мой нелюбимый был босс. Там потом голова отрываться должна. Хотя... Но они пока что ничем не отличаются. Ну, типа, не отсоединяются. Они отсоединились, прикиньте. Ха, прикольно. Я уверен, что директор и так знает о том, что я сейчас натворил. Из-за этих чертовых камер наблюдений. Спокойствие, Джек. Только спокойствие. Держи себя в руках и отрицай все происходящее. Так, давайте смотреть, какие здесь у нас спасал. Во-первых, Кока-Кола. Нюка-Кола. Отсылка на Fallout. Дальше, звездочки из Марио. Раз. Дальше, с левой стороны у нас есть отсылка и на Марио. И есть отсылка... На море это... Этим... Панцире. Дальше отсылка на этот... не Бакуган, а покемона, вот это... Что в... Покебол. Дальше компания с... вот значок, типа нижняя часть, я, блин, не знаю, как показать. Там, где, типа, приставка и большой знак, типа, включить видео. Это отсылка на разработчиков Guacamole, кажется. Там такая же херня. Именно тебя тут зовут Джексоном. Простите меня, господин, я хотел убивать... Так, я не хотел убивать Пита. Прошу вас, не выгоняйте меня отсюда, только не рассказывайте моим родителям об этом. О чем ты толкуешь? И кто такой еще нафиг Пит? Толстяк, похоже на ботаника, один из тех людей, которые вы так сильно ненавидите. Не знаю сами почему. Ты только что дал описание 97 наших студентов. И мне фиолетово убил ты кого-то и не убил. Я сам перед завтраком отмудохал трех болванов. Вы серьезно? Не, дурашка. Короче, давай забудем про ту мелочь и обсудим самое главное. Кстати, можешь одну конфету взять? Ты здесь, потому что ты списывал в армии экзамена по программированию. И это возмутительно. Но принимая более современные педагогические меры, одна из следующих наказаний себя может выбрать ты сам. «20x листов», «Позорный марш», «Играть в инопланетянина»? R. Думаю, приму 20 ударов кнутом. Они не могут быть хуже предполагаемой Ебоглазовича. Ё-моё, я не думал, что у тебя крыша идет так. Она... что она даже улетела за 3-10 земель. Я же пошутил, тебе я... Так. Тебе я исключаю. Убирайся с глаз долой. Я исключен? Конфету хочешь? Современная педагогическая просто ужас какой-то. Убивая одноклассника, только исключает по другой причине. Ну и жизнь безумная. А интересно, если я все-таки бы выбрал ту херню? Дом? Милый дом. Семья не выбирает. Ты. Так, не выбираешь ты, но с семьей берешься ты. Так, давайте, я думаю, тогда мы с вами на этом закончим, ребят. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.